Я делаю встречи с девушками в кафе и записываю их сразу в прямой эфир. Есть ли какая-то разница при составлении контент-плана на такие мероприятия? И как их лучше заносить в план для оптимизации? Они же уже залиты на канале, то есть картинки, теги, плейлисты и т.д. уже задним числом прописывать вместе с тем, как буду выкладывать новое видео. Вы делаете встречи с девушками в кафе, то есть я так понимаю, что вы с девушками встречаетесь в кафе и прямо там в кафе записывается прямой эфир. У вас должна быть некая цель, то есть должен быть глобальный вопрос. Смотрите, я когда веду стримы, я разбиваю эти стримы на вопросы, которые потом можно нарезать. То есть вы пришли и начинаете с девушкой говорить о том, там, о пятом, о десятом, туда-сюда, но не спонтанно, и очень важно, чтобы вы пока не закрыли вопрос, не переходили к следующему, чтобы у вас был один вопрос, один видос. Поймите, разговор двух девушек не интересен в принципе никому. У девушки, которая вас смотрит, ну, либо у видеоблогера, который вас смотрит, должно откликаться. Когда вы подготовитесь, да, все будет просто. Вы должны сами быть на месте зрителя. Вот я, когда вам объясняю, я объясняю не Ирине с клуба 100 по 100, а я объясняю зрителю, как будто один на один, как будто на консультации. И если стрим у вас был там 2 часа с девушкой, то ничего страшного, если у вас будет 6 роликов по 3 минуты, 18 минут. То есть вы самое важное ужмете и поставите, и перебьете его там перебивками красивыми, да, информацией там. В своем контент-плане вы для каждого ролика делаете отдельные заголовки, отдельные плейлисты, отдельные теги и отдельные обложки. То есть вы их оформляете как отдельные ролики вообще, для каждого отдельно. Лучше всего в этом, да, делать стримы на какие-то болевые вопросы. Ну, чтобы был стрим, болевой вопрос. Ну, вот такие моменты, они кликабельные, да, и вы обсуждаете на разных стримах разные боли, и это откликается, потому что у вас разные аватары.